очень радует, что в Минске проводятся такие спортивные мероприятия. В первую очередь это популяризация здорового образа жизни, так как многие здесь принимают участие не только командами, но и семьями. Ну и, конечно же, мы окунулись в эту спортивную атмосферу и получили высокий заряд, хорошее настроение. Идея возникла, как только мы вообще узнали, что этот забег будет сегодня проходить. И поэтому мы еще за 4 месяца прошли регистрацию и, соответственно, с парнями из военной академии решили поучаствовать. Очень впечатлен, так как действительно очень такая заряженная атмосфера здесь сегодня происходила. И наши коллеги стояли с плакатами, поддерживали жены, девушки. Ну и, соответственно, везде на поворотах стояли люди с плакатами. То есть очень была такая хорошая поддержка. Сила! Связь, связь, связь! Сила, сила, сила!